Опыт Югры вошел в топ региональных практик страны по обучению граждан цифровым компетенциям. Рейтинг составил экспертный институт социальных исследований. Эксперты отметили, что в Югре жители могут постоянно пополнять свои знания о цифровых услугах и безопасности. С начала года соответствующие курсы прошли более 2000 югорчан. Так, на онлайн-платформе «Цифровой гражданин Югры РФ» и портале Югорского НИИ информационных технологий жители округа могут узнавать, как пользоваться цифровыми технологиями, обезопасить личные данные и уберечься от мошенников.